Но если ты хочешь много робуксов на аккаунт, то тогда тебе на RBX Camp. Это самый лучший сайт по продаже робуксов. Мало того, что здесь 100 робуксов стоит всего лишь 130 рублей, так и приходят они тебе всего лишь за каких-то там 5 дней. Также в их присутствует своя дискорд-группа, в которой регулярно проводятся различные конкурсы на много-много робуксов. Ну а если у тебя остались вопросы, тогда переходи в группу во ВКонтакте по ссылочке в описании. Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Влад, и прямо сейчас мы находимся в игрушке под названием Sonic Speed Simulator. Ребята, у меня для вас сегодня есть очень интересная информация по поводу новых киберсоников Sonic Speed Simulator. Но перед началом этого видосика я бы для тебя хотел сделать конкурс на аксессуары из первого мира. И я показывать их не буду, потому что это слишком долго, пока я сюда телепортирую все дела, это пройдет слишком много времени. Но чтобы тебе их получить, ты должен поставить лайк. Подписаться на мой канал. Написать любой комментарий со своим ником в Дискорде. Все итоги будут в моем Дискорд-сервере. Поэтому, ребята, вступайте в мой Дискорд-сервер по ссылочке в описании. Ну, а мы начинаем. Что же, ребятки, давайте я вам сейчас расскажу, каких новых киберсоников нам добавят. Потому что это реально очень-очень интересная тема. Первым делом я бы вам хотел кое-что показать, если вдруг не знаете. Если пройти вот сюда вот так. То есть, если вот сюда вот так пройти, ребята... Вот сюда, и упасть, то у вас ничего не получится, потому что я только что упал, да. Это не очень круто. Давайте я вам сейчас вот так покажу. Если мы пробежим сюда, мы бежим сюда, ребята. Вот сюда, и прямиком вот сюда. О, отличненько. И прямиком вот сюда. Вот, ребята, теперь мы бежим сюда. Я это уже, кстати, показывал в одном из моих видеороликов, ребята. Если вдруг кто-то не знает, то мы опять бежим сюда. Вот так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И вот, ребята, мы уже почти забежали к этому секретному месту. И вот, видите, там уже что-то светилось у нас. Мы делаем вот так. И вуаля! Мы в этом секретном месте, ребята, в котором уже у нас сколько полосочек у нас? До сих пор 3 полоски, кстати. Довольно-таки странно. Я в прошлом видосике говорил, что, возможно, это дни, но до сих пор 3 полоски. Это довольно-таки странно, ведь уже один день как минимум прошел. Возможно, вечером добавится еще одна полоска. Поэтому вот, ребята, смотрите, как он круто выглядит, вот этот Metal Sonic, ребята. Поэтому, что я думаю, что нам могут добавить? У нас есть Metal Sonic, и, возможно, в будущем обновления нам добавят Metal Knuckles и Metal Tails, ребята. Почему я так думаю? Потому что у нас на Knuckles есть скин, на Tails есть скин. И вот здесь у нас, возможно, нам добавят скин на Metal, ребята, вот этих вот всех персонажей. Кстати, можете написать в комментариях, как вы думаете, как можно будет получить вот этого вот персонажика, потому что, ну, он реально выглядит довольно-таки круто. Очень-очень-очень круто, ребята, он выглядит. И... очень брутально. Реально, вы только посмотрите, как он классный. Я хотел бы получить, попробовать себе, наверное, Metal Knuckles, если что, на превьюшке, я думаю, вы это уже видите. И Metal, ребята, как его зовут? Metal, я забыл название, ребята. Вот этого персонажика под названием Tails. Вот. Tails и Knuckles. Кстати, возможно, и Metal Amy нам добавят, потому что все-таки на Amy у нас нету ни одного скинчика, и, возможно, в следующем обновлении нам добавят Metal Amy. В принципе, такое тоже может быть, ребята. Конечно, да, это маловероятно, но такое тоже вполне может, ребята, быть, и это как теория вполне может, ребята, присутствовать такое, да? То есть, да, нам могут добавить всех персонажей Metal, потому что локация это очень классная. Не знаю, добавят там новые локации или нет, но было бы прикольно. Как вы думаете, ребята? Опять же, пишите в комментариях, мне будет очень сильно интересно прочитать все ваши комментарии. Прям очень сильно интересно, ребята. Ну, а мы будем на этом уже, наверное, еще не заканчивать, ведь я хочу для вас кое-что еще одну интересненькую вещицу рассказать, ребята. Возможно, нам добавят скоро новенькие промокодики, за которые можно будет получить как раз-таки скин на Эми, ребята. То есть, да, если мы введем просто промокодик, давайте мы вот так упадем, ребята. То есть, да, если мы просто введем промокодик, ребята, то мы получим себе скин на Эми. Это там 100%, ну ладно, не 100%, такое может быть, ребята, такой вариант может присутствовать, ребята, либо на Эми, либо там еще на каких-то других, ребята, соников, либо не соников, я даже не знаю, как вообще эти называются, не соники, а как их по-другому называть, ребята, персонажей, да, просто персонажей, ребята, то есть, да, как-то так. Ладно, это мы будем уже потихонечку заканчивать, спасибо тебе огромное, что ты смотрел видосик от начала до самого конца, с тобой был я, Влад, и я желаю тебе хорошего настроения, удачки, пока!